строю люди как в форме, так и в гражданском. На первый взгляд картина необычная, однако делают все общее дело, борются с пожарами. Но не просто ликвидируют их, а стараются предотвратить. Благодаря плодотворному труду, компетенции, глубоким знаниям, грамотному подходу к делу, сотрудники пожарного надзора вносят большой вклад в обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. За каждым успехом вопрос выявления возможных рисков, обеспечения пожарной безопасности, повышения ответственности за сознательности граждан стоит ваша энергичная деятельность. Работа государственного пожнадзора может глазу и не видна. Легче заметить несущийся автомобиль МЧС с включенными проблесковыми маячками. Однако за ведомство говорят цифры. В этом году пожаров стало меньше на треть. На убыль пошло и количество погибших при возгораниях на 10%. Нашим сотрудникам, которые занимаются тушением пожара, всегда желают сухих рукавов. А я хочу вам пожелать своевременно, правильно принятых решений. Потому что каждая вами поставленная подпись, она отражается на судьбе наших жителей и на судьбе того, кто ее поставил. Сегодня Госпожнадзор – мощная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Ведомство реализует меры по защите населения и материальных ценностей от огня. Под особым контролем у 81 человека, а именно столько сотрудников трудится ежедневно, объекты с массовым пребыванием людей. Важнейшее направление – пропаганда пожарной безопасности. И за сотни мероприятий удается предотвратить до 1000 пожаров, говорит статистика. А это уже серьезный показатель. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».